Какая сволочь виновата в том, что у нас с футболом такая беда? Мне кажется, эта сволочь живет у меня в квартире. В квартире кроме меня живут еще два любимых существа. Жена и туроператор. Туроператором я называю любимую тещу. Потому что всякий раз, когда мы с ней случайно пересекаемся, у нее возникает дикое желание меня куда-то послать. Отношения с тещей у нас очень уважительные. Очень. Она любит повторять: в семье последнее слово всегда должно быть за мужчиной. И это слово «слушаюсь». Мы обращаемся друг к другу только по имени-отчеству. Правда, отчество все время разное. Бывало, говорю ей: «Доброе утро, Зоя Заразовна». Она: «Да какое там доброе, когда вы рядом, Сергей Балбесович». Я вот думаю, что вам на день рождения подарить? А подарю-ка я вам плиту. Как приятно, Сергей Скотинович. Какую плиту? Электрическую? Ну что вы, для вас это мелко. Мраморную. Кстати, каждое утро теща начинает со слов: «Ой, деточки, я же скоро умру». Я однажды не выдержал, крикнул: «Сколько можно обещать?» Однажды теща по телевизору услышала, что, оказывается, при помощи фитнеса можно легко похудеть, не выходя из дому. Как назло, на полу лежала вся моя жизнь, раскрытый ноутбук. Почему она решила, что это весы? Услышав под собой хруст осколков, теща вынесла приговор нам всем: «Будем худеть!» Я навсегда запомнил этот черный день. Начинался Кубок чемпионов, Бавария ЦСКА. У телевизора сидели двое: я и Вобла. Не успел я поцеловать в засос пивное горлышко, как дверь в комнату распахнулась. На пороге показалась теща, и видок у нее был такой, что Вобла сдохла во второй раз. Сверху блестел топик на босу грудь. Снизу краснели лосины. Портретом Ван Дамма, правда, на бедрах тещи, Ван Дамм больше был похож на таджикского строителя. У меня такое чувство, что футболисты ЦСКА через экран телевизора это тоже увидели. Поэтому в шоке пропустили первый гол. Как известно, перед тренировкой мышцы необходимо разогреть. Теща поняла это по-своему и лихо осушила бутылочку с пятизвездочным коньяком. После чего закружилась в дьявольском танго. Я только успел подумать: так вот вы какие, танцы со звездами. Дальше начались съемки фильма ужасов. Теща села в позу лотоса. ЦСКА пропустила второй гол. Но когда она лихо закинула обе ноги себе за голову, впервые в истории Бавария и ЦСКА убежали на перерыв раньше свистка арбитра. Затем теща зловеще прошептала: «Сейчас уйду в астрал». Я только успел добавить: «И помните, возвращаться плохая примена». Не слушая меня, она продолжала: «Я должна открыть кармические каналы и выпустить энергию ЦИ». Я взмолился: «Выпускайте, только не громко». А теща сидела в астрале. На Ван Дамма было страшно смотреть. Тут по ее лицу пробежала тревога. Она поняла, что самостоятельно вернуться к прежней жизни. Я понял. Пришла моя минута славы. Не спеша допив пива, я сказал: «И снова здравствуйте. Что, Зоя Шалавовна, окорочка затекли? Ай-яй-яй, как у вас аура-то обвисла, а?» Теща поняла, помощи не будет. Со звериным рыком сделала кувырок и вернулась в исходное положение. Дальше пришел апокалипсис. Она надела обруч и стала вращать его с таким рвением,
Не дай вам Бог увидеть эту картину. Грудь под топиком хлестала тещу по лопаткам. Только успел подумать, если от нее сейчас что-то отлетит, топик не спасет. Теща увеличила амплитуду. Ван Дам зажмурился. А ЦСКА проиграла в сухую. И вы еще спрашиваете, кто виноват, что у нас с футболом беда? Но выход есть. На 8 марта я подарил любимой теще билет в Бразилию. В один конец. В лодке с Федором Конюховым. Конечно, Федю жаль. Столько прошел и такая нелепая смерть. Но ради престижа страны. Оле, 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 оле. После новогодней ночи проснулся. После нашей новогодней. То есть это какого? 10-го. Голова трещит так, а чувствую, не похмелюсь, помру. И все бутылки, как назло, пустые. Все. И жена на кухне. Солит сало кабанье, ухмыляется. Ну точно, спрятала. Узурпатор. Решил издалека начать. Родненькая, смысл жизни моей. Выпить бы мне. А родненькая, выпей воды, удиви печень. Лапуля, мне так плохо, что готов повеситься. А лапуля, и на здоровье. Я хоть собой займусь. Сало в холодильник положила и в магазин пошла. Ну, думаю, сейчас я тебя устрою. Я слов на ветер не бросаю. Сказал повеситься, значит повесить. У нас на потолке большой крюк для детской люльки. Встал на стульчик. Через крюк веревку перебросил. Дальше, внимание. Концы веревки завязал на ремне брюк. Ну, я же для профилактики. Что, совсем ку-ку. Напротив меня зеркало. Хорошо видно, что сзади в хате творится. Стою на стуле, жду начала трагедии. Смотрю в окно, идет вдова. Стул опрокинул, на веревке повис. Правда, когда я свою морду в зеркале увидел, чуть на самом деле не того. Жена заходит, как давай причитать. Горе-то какое! Мне ж хоронить не в чем. Подбегает к окну, кричит теща, дома-то у нас рядом. Мама, зятек-то ваш помер. А теща, не верю. Не верю, что этот день настал. Сейчас прибегу, доченька, только траурное надену. Оно у меня в чемодане под кроватью. Мама, да у вас там 10 чемоданов. Этот я сразу найду. На нем фотография зятя. А жена уже другим соседям кричит, деду с бабкой. Те прибегают. Бабуля сходу начинает командовать. Так, ты беги за участковым, мы с дедом тут посидим. Негоже покойника без присмотра оставлять. Еще одыбает, не дай бог. И на кухню шасть. Дед ко мне сзади подходит. Соседушка, занял я у тебя 1000 рублей, а отдать-то не успел. Повезло-то как. Ну да бог прости. Тут я возьми сверху да ляпни. Не уверен. Слышу сзади грохот. Но чувствую, первая жертва есть. Почему-то вспомнилось, между первой и второй. Смотрю в зеркало. Бабка на кухне холодильник открыла. И давай сало по карманам тырить. Мне такая злоба взяла, как гаркну на весь дом. Сало положь! Это не поняла, откуда глаз небесный. Это кто у нас такой умный? Я говорю, владелец. Ой, кабан, ты что ли? Тебе не дошло, голос не деда. В комнату забегает, дед лежит ничком на полу. Руки крестом на груди. А на лбу 1000 рублей.
Так как давай голосить. Никак и моего Кондрати обнял. Что ж за денек сегодня, второй покойник подряд. Тут я возьми да вспомни. А Бог троицу любит. Второй грохот сзади. Не успел в себя прийти, теща является. В белом кремпленовом платье. В волосах георгина. Увидала деда с бабкой. Плюнула. Говорит, а эти уже помянули. Подходит ко мне сзади. Эх, зятюля, какая ж тварь тебя до петли довела. Как я мог это мимо ушей пропустить? Мама, а вы в зеркало посмотрите. Третий грохот сзади. Не успел в себя прийти, участковый с моей бабой забегает. Участковый как картинку увидал, чуть четвертым не рухнул. Шепчет жене. Что же вы мне сразу не сказали, что у вас тут массовое убийство? Увидал тещу в волосах георгину. И похоже ритуальное. Жена к теще подбегает. Мама, с вами-то что? А теща? Остываю я. Зятек за собой позвал. И там без меня не может. Участковый говорит, дайте нож. Ему что, надо веревку перерезать. И встал так удачно со мной рядом. Но мне же до него сверху падать не хочется. Но взял его так аккуратно сзади и приобнял. Ну, зря, конечно. Нет, все хорошо. Слух у меня через неделю восстановился. Дед 1000 рублей вернул. Со словами, засунь их себе поглубже. Теща каждый день георгины дарит. По 2 штуки. А жена больше чекушки не прячет и правильно делает. Потому что, когда наш человек очень хочет выпить, лучше судьбу не искушать, ребята. Не надо. Не надо. Решили мы всей семьей съездить отдохнуть. Мы, это я, жена Юля, тесть Юрий Петрович и Альбина Львовна. Юлина альма-матер. Надо мир посмотреть, ребята. Один раз живем. Тем более наши, они же самые любознательные. Мне рассказывали в Венеции. Наши даже спрашивали у местных. Ребята, а где тут у вас метро? И за отдельные деньги местные гондольеры катали наших по канализации. А мы решили поехать туда, где все есть. Греция, страна чудес. Юрию Петровичу Греция начала нравиться еще до отъезда, когда он узнал, что, оказывается, у древних греков был обычай. Они утоляли жажду не водой, а вином. «От, мудрый народ!» — восхищался тесть. «Правильно! Водой так не напьешься!» По прилету на паспортном контроле пограничник о чем-то спросил у Юрия Петровича по-английски. Юрий Петрович учил английский по немецким эротическим фильмам. Когда на вопрос «Цель приезда» грек услышал «Ты хочешь меня?» Он понял «Лучше пропустить». В отеле на стойке рецепции администратор, слава богу, по-русски всем сразу разъяснил. В каждом номере 2 кровати... 2 кресла и 4 стены. Так и должно остаться после отъезда. И еще. В отеле проживает 230 немцев, которые не причастны ко Второй мировой войне. Тесть мне на ухо прошептал. Не причастны ко Второй, ответят за Первую. А если хорошо пойдет... Мы с них еще за тевтонских рыцарей спросим. Только заселились, сразу на пляж.
Мы же в самый разгар сезона поехали. В декабре. На пляже всем тепло. Кто в пальто? Юрий Петрович без одежды. Меня заинтересовала его татуировка чуть ниже спины. Е-617-ТО. Юрий Петрович объяснил, это не татуировка. Это он нагнулся в гараже, когда Альбина Львовна парковалась задом. Сама Альбина Львовна нежилась в водах Эгейского моря, когда на свою беду с ней повстречался электрический скат. Скат был тут же выброшен на берег с криком: «Доча, заряди этим гадам телефон!» В Греции все есть. В декабре только нету этих русских. Эти русские. Здесь на пляже специально погромче крикнул: «Тут по-русски кто-нибудь говорит?» Все хором ответили: «Нет!» Юрий Петрович расслабился, подозвал пляжного мальчика-бармена, попросил принести 3 банки пива. Грек мигом принес. Юрий Петрович возмутился: «Слышь ты, Папандопулос, 3 банки – это 9 литров». Грека откачивали корвалолом. Утром на завтраке Юрия Петровича все стали называть Петром Первым, потому что он победил шведский стол. Единственное, тестю не понравилась местная черешня. Пришлось объяснить, это такой сорт. Называется оливки. Юля впервые в жизни попробовала устриц. Вызывали неотложку. Врач через переводчика спрашивал: «Как выглядели устрицы, когда вы их открывали?» У Юли глаза на лоб. «А что, их открывать надо было?» А еще мы ездили на экскурсию в древний монастырь. Монастырь высоко в горах. Попасть туда можно только сидя в люльке, которую на земле поднимают монахи на канате. С нами в люльку сел еще один монах, который понимает по-русски. Где-то на середине пути, над пропастью, Юля нервно заерзала. «Что-то веревочка у вас поистрепалась. Вы ее как часто меняете?» Монах сказал: «А как порвется, так и меняем». Вечером в отеле администратор нам выговаривал: «Наша лучшая горничная вам на кровати из полотенец выложила лебедей. Хоть бы отблагодарили». Мы возмутились: «А мы отблагодарили? Мы ей из окурков выложили слово «спасибо». А еще мы ездили на экскурсию на крокодиловую ферму. Я же говорю, наши самые любознательные. Поэтому, чтобы разглядеть хищника поближе, Альбина Львовна перелезла через забор. У аллигатора и до этого глаза были на выкате. Но когда он увидел, как Альбина Львовна приманивает его, приговаривая: «Иди ко мне, лакоста драная». Впервые в жизни я увидел, как 2-метровый аллигатор бежал к водоему вертикально. Вечером был прощальный ужин в ресторане. Юрий Петрович подвыпил и положил глаз на симпатичную иностранку в юбке. Мог ли он предположить, что это был мужик из Шотландии? 3-дневная щетина тестя не смутила. Он знал. Баба с бородой для Европы не редкость. Приняв еще на грудь, Юрий Петрович игриво подошел к столику. Пригласил даму на танец. И во время припева привычно запустил под юбку пятерню. То, что шотландцы не носят нижнего белья, Юрий Петрович узнал не понаслышке. Так
Так быстро он не трезвел никогда. И вскоре покинул заведение, приговаривая: «Природа обманчива». Словом, отдохнули хорошо. Отель чудесный, номер прекрасный, а полотенце, халат и тапочки такие пушистые. Я еле чемодан закрыл. Ну, для наших людей все, что не прибито, сувенир. Про дорогу назад расскажу в следующий раз. Дома, правда, соседи удивлялись, почему обычно с курорта приезжают коричневыми, а мы синими. Ребята, Греция – страна чудес. Друзья мои, в мире существует немало способов сделать так, чтобы человек бросил пить. Чего только нету. Сами знаете. Кодирование, гипноз, присушка, присыпка. Ерунда это все. Есть, по крайней мере, одно проверенное народное средство, которое работает всегда. Чтобы наш человек бросил пить, его надо хорошенько напугать. Я вам расскажу одну практически фантастическую историю на эту тему. Перед Новым годом, поздно ночью, женщина возвращается домой после корпоративной вечеринки. Мне так нравится это словосочетание «корпоративная вечеринка». То, что раньше называлось простым, понятным словом «пьянка», теперь вот так элегантно, ну, сути не меняет. Типовая 16-этажка на окраине города. На 8-м этаже одиноко горит чье-то окно. Это кухня местного дворника, где в это время проходит своя корпоративная вечеринка на троих. В частности, идет дискуссия на тему, что называть белой горячкой. Стороны приходят к мнению, цитирую: «Вот если она, уже слышится она, голоса она, из темноты она, я уже белая горячка, да». Тем временем женщина спешит к подъезду, холодно. У нее зуб на зуб не попадает, на нее икота напала. Она забегает в подъезд, подбегает к лифту, а лифт, он давно отделился от подъезда. Он живет своей жизнью. Хочет – работает. Когда лифт не работает, в кабине гаснет свет. А женщине на минуточку на 16-й. Поэтому она подходит к этому лифту с надеждой. Нажимает. Еще. Еще. Сегодня не ее день. Издав крик раненой слонихи, она начинает долгий, мучительный подъем наверх. Светало. Каждую ступеньку она запомнила в лицо. При этом на каждом этаже она останавливается, чтобы плюнуть в лифт. Бесполезно. Лифт мысленно посылает ее все выше и выше. На 15-м этаже, не надеясь ни на что, она нажимает на кнопку. Чудо! Лифт несется к ней. С радостным криком: «Ну, хоть один этаж!» Она заходит в кабину и нажимает на 16-й. Двери закрываются, и лифт едет на 1-й. На 1-м двери не открываются, и свет гаснет. Все, он устал. Женщина молча сползает вдоль стенки, благо лифт грузовой, туго соображает, что ей делать. В это время в коридоре слышны чьи-то неровные шаги. Шаги подходят к лифту, кто-то начинает нервно нажимать на кнопку. Женщина без задней мысли говорит из кабинки: «Да не жмите вы, лифт не работает». Пауза, после которой слышна реплика: «Вот гады! Нет бы лифт заменить, они автоответчик поставили». Шаги уходят в темноту. Женщина пытается задремать, что еще делать. В это время на площадку 8-го этажа выходит местный дворник, собираясь на работу. Нажимает на кнопку. Чудо! Лифт несется к нему. Но свет почему-то не загорается. Но он так захотел. Не догадываясь, какой подарок ему готовит провидение, дворник, чертыхаясь, входит в темную кабину, естественно, не замечает никого, и нажимает на 1-й. Двери закрываются, и лифт уходит в отпуск.
дворник начинает колотить по стенкам с криком: «Ну хоть бы одно мурло проснулось!» Когда слышит голос из темноты: «А я не сплю!» Холодея от ужаса, дворник спрашивает темноту: «Кто здесь?» Знаете, такие совпадения случаются, наверное, раз в столетие. Она решила пошутить. Говорит: «Кто-кто? Белая горячка!» Я могу поспорить, вы не угадаете, что спросил дворник в следующее мгновение. Он спросил: «Вы ко мне?» «Женщина, а что, здесь еще кто-то есть?» «Дворник: а мы вас только что вспоминали». «Женщина: да, мне икалось». А у дворника с собой лопата была. Он начинает размахивать ее в темноте с криком: «Уйди, нечистая!» Ну что, женщина резонно отвечает: «Я бы рада, некуда». С тех пор прошло 2 года. Дворник не пьет. Правда, и лифтом не пользуется. Значит, работает. Значит, правильно говорят. Шок. Это по-нашему. Друзья мои, была одна такая нашумевшая история в свое время. Однажды в Пензу приехала делегация из Японии. И их целую неделю возили по городу на чуде техники под названием «Пазик». Жители страны восходящего солнца до этого много чего видели, но Пазик был вне конкуренции. Он их настолько потряс во всех смыслах слова, что через неделю кто-то из японцев подошел к водителю и, кивая на Пазик, спросил: «Сам делал?» Я к чему это рассказываю? Зачастую иностранцы не могут понять не то, что нашу технику, нашу еду, наши традиции, культуру, наш менталитет, в конце концов. Есть такой знаменитый психолог Дейл Карнеги. Он написал великую книгу «Как завести друзей и оказывать влияние на окружающих тебя людей». Хотя, мне кажется, само название «Как завести друзей» это больше подходит к мемуарам Ивана Сусанина. Ну, неважно. Мне кажется, что в условиях России к учению Карнеги нужно относиться крайне осторожно, потому что, ну, другие мы, другие. И я вам хочу рассказать одну историю на эту тему. Это, правда, из серии «Черный юмор», но она блестяще подтверждает все мои опасения. Как-то зимой мужики в грузовике везли в деревню гроб. Пустой. Мужики в кабине, гроб в кузове, едут. Зима, мороз. Дорога... Ну, не то чтобы плохая. Ее дорогой назвать сложно. У нас же в России дорогой называется то место, где собираешься проехать. Голосует дедушка. Ну что, мы звери? Ну как не подбросить? Мужики ему честно говорят: «Отец, в кабине места нет». Прыгай в кузов. Там, правда, гроб. Ну, если не боишься, прыгай. Зима, мороз. За версту ни души. Собственно, у деда вариантов. Как в Белоруссии на выборах. Прыгают в кузов, едут дальше. Зима, мороз. Дед коченеет. Косится одним глазом на гроб. Чувствует еще немного. И вещь обретет владельца. Какие там предрассудки? Плюнул. Лег внутрь, сверху крышку опустил, чтобы не дуло. Оставил небольшую щелочку для воздуха. Жизнь налаживается. Еду дальше. У дороги голосуют 2 девицы. Ну что, мы звери? Ну как не подбросить? Мужики опять честно говорят: «Девчонки, в кабине места нет, прыгайте в кузов. Там, правда, гроб, но ничего. Вам с детком не скучно будет». Если бы они знали, как не скучно им будет с детком. Девчонки прыгают в кузов, никакого детка нет и в помине. Они решили: ну, наверное, мужики имели в виду покойник. Едут дальше. Человек, он же ко всему быстро привыкает. Так и девчонки вскоре освоились. На гроб ноль внимания. На бортике сидеть неудобно. Вскоре одна из них осмелела, встала и села прямо на крышку. У деда как в песне.
исчезли солнечные дни. Кислород стремительно заканчивается. Надо что-то делать. Дедуля не нашел ничего лучше, как взял снизу и постучал. А человек на морозе, он же не сразу соображает. Услышав стук между ног, девица на автопилоте спрашивает: «Кто там?» Дед снизу: «Свои!» Девица: «Заходите!» Дед: «Открывайте!» Тут до нее доходит, с кем она разговаривает. Она подлетает вверх метра на два и приземляется обратно на бортик. Подруга испуганно спрашивает: «Что с тобой?» «Ты не поверишь, я слышала голос». «Откуда?» «Оттуда!» Подруга говорит: «Я тебя предупреждала. Вторая бутылка портвейна была лишней». Едут дальше. Зима, мороз. Дед в щелочку смотрит. У девиц лица, как российский флаг. Губы белые, щеки синие, носы красные. Я не знаю, читал ли он Карнеги, но он точно помнил основной постулат Карнеги. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Дед решил уступить нагретое место. Теперь представьте глаза девиц, когда ни с того ни с сего откидывается крышка гроба, дедушка приподнимается и задорно говорит: «Здорово, бабоньки! Ну что, поменяемся?» Удивительно, девчонки раньше акробатикой не занимались. Тут сальто с пируэтом через бортик легко. Какое счастье, что грузовик в это время стоял у светофора. Карнеги пишет: «Если чувствуешь, что виноват, нужно обязательно извиниться. Обязательно». Дед через какое-то время решил замять ситуацию. На что девицы ему снизу сказали, отряхиваясь: «Знаешь что, старый хрыч, мы твои извинения в гробу видели». Вот я и говорю, аккуратнее да с этим Карнеги у нас. Аккуратнее. Все-таки Россия. Маша проснулась в субботу утром и подумала: «Боже мой, как хорошо. Вчера с девчонками так хорошо отметили конец рабочей недели. Выпили очень много, очень много. И разного намешали, а голова свежая, и впереди еще выходные». Маша и не подозревала, что уже вторник. А это вечная тема «Женщины за рулем». Две подруги едут в машине, одна за рулем, вторая говорит: «Слушай, я не пойму, а что в машине так ужасно пахнет?» Та говорит: «А что ты хочешь? 280 лошадей». Это опять непридуманный случай. Два молодых человека захотели пивка попить. Заходят в близлежащий магазинчик, смотрят на витрину. Ну, самое приличное, что есть, это пиво «Козел». Они подходят к продавщице и говорят: «Два козла». Она: «Я вижу». Мне бы хотелось обсудить такую модную тему, модную не только в России, в Латвии, но и во всем мире. Пошел некий модный женский бум. Милые наши, любимые, жены, подруги, сестры, тети, бабушки, скажите, ну вот ради чего вы идете на эти безумные жертвы? Я имею в виду эти безумные пластические операции. Ну вот ради чего, скажите? Друг рассказывал, подходит как-то жена и заявляет: «Ты знаешь, я решила сделать пластику всю, ну, под ключ. Как думаешь, насколько потянет?» Он говорит: «Ну, думаю, хирургу дадут лет 5, не меньше». Вчера моя жена Любочка подходит утром к зеркалу, говорит: «О! У меня две новые морщинки за ушами. Ты посмотри на это лицо. Ты посмотри на это лицо. Как у слона под мышкой. Тебе смешно? Я вчера заполняла анкету, и меня спросили, сколько мне лет. Я ответила уклончиво. Подошла к 40. Мне говорят: «Да. И что же вас так задержало в пути?» Надо опять срочно к пластическому хирургу, срочно. А когда-то мы начинали с груди. Любочка комплексовала, что она не очень маленькая. Помню, как-то ночью лежим вместе, темно.
Я ее нежно так поглаживаю под одеялом, успокаиваю как могу. Какая у тебя чудесная грудь. Просто изумительная грудь. В ответ получают такую пощечину. Оказывается, Любочка лежала на животе. Вскоре нашли объявление. Наращиваем бюст из материала заказчика. Материала у заказчика оказалось слишком много. Теперь хваленая Памела Андерсон. Рядом с Любочкой смотрится, как телевизор с плоским экраном. А какой амортизирующий эффект. Не грудь, а батутик. Помню, как-то жена спускалась в подъезде по лестнице и споткнулась. Раньше точно убилась бы. Тут спокойно допрыгала на грудях до выхода. Говорят, собаки во дворе были в таком шоке. Многие до сих пор не дают себя выгуливать. После груди Любочка усовершенствовала лопатки. Ей сделали очень удачно. Одну совковую, одну штыковую. Потом она захотела сделать модную операцию «Углубить пупок». Углубила. Нет, хорошо. Правда, пупок начал наглеть. Он стал гулять по всему телу. Последний раз его видели в районе копчика. Появится, бывало, подмигнет и исчезнет. Потом жена захотела уменьшить нос. Уменьшала, уменьшала. В результате остались две маленькие дырочки. Нет, хорошо. Правда, я как-то сослепу чуть не воткнул туда шнур от бритвы. В конце концов, она сделала круговую подтяжку. Потрясающе, потрясающе. У нее появился модный восточный тип лица. Я когда ее первый раз увидел, не удержался, крикнул: «Япона, мать!» А как преобразились ушки? Теперь я понимаю, откуда пошло народное выражение «ушки на макушке». Жена довольна, довольна. Даже незнакомые люди при встрече делают ей комплимент. «Вы такая хорошенькая». Ужас просто. Любочка не забыла и про ноги. Хирург убрал все лишнее. Остались только коленные чашечки. И жена наконец-то осуществила свою давнюю заветную мечту. Надела обтягивающую кожаную мини-юбку. Зря. Как-то стоит на остановке, подъезжает автобус. Любочка пытается войти. А юбочка настолько узкая, что не может даже коленную чашечку согнуть. Боже мой, пупок от напряжения вообще на лоб вылез. Стеснительно улыбаясь, жена протягивает руку за спину, пытаясь ослабить змейку. Бесполезно. Еще разик. Никакого эффекта. Наконец, стоящий сзади мужчина просто взял чуть ниже талии и поставил. Любочка тут же изобразила оскорбленную невинность. «Да что вы себе позволяете, черт возьми? Да как вы смеете, черт возьми?» Ой, вы бы ее видели в гневе. Дырочки сопят. Между ними пупок скачет. А мужчине тоже неловко. Он говорит: «Знаете, в другой ситуации, быть может, и извинился. Но после того, как вы мне в третий раз расстегнули ширинку, я решил, мы, по крайней мере, друзья». Так вот, милые наши любимые, жены, подруги, сестры, тети, бабушки, скажите, ради чего вы идете на эти безумные жертвы? Чтобы мы, кобели проклятые, не заглядывались на других? Так я вам напомню старинную поговорку. Как волка не корми, и потом, как говорят мои знакомые волки: «Милые девушки, у вас редкие волосы, сухая кожа, ноги полумесяцем и вместо талии спасательный круг. Не надо пластики, не надо. Приходите к нам. У нас темно, и мы пьяны. Так что не будем спорить с природой. Она все равно возьмет свое». А мне что-то не везет в последнее время. Ну, не везет. Все черные коты в лицо знают. Я ничего не понимаю. Я на рынке, как все, выбираю арбуз. Как все, подношу к уху. Стучу кулачком, как все. На 32-м арбузе продавец-кавказец именно ко мне подходит. И говорит: «Эй, хватит стучать, нет там никого». У нас в доме за 30 лет только два раза лифт застревал. Угадайте, с кем? Как-то на стадионе сидел, легкоатлет молот метал. Я чувствую, можно не продолжать. Один раз в жизни выехал за рулем непристегнутый. Один раз. Вот он, внутренний орган.
оштрафовал так. И теперь даже когда на унитаз сажусь, рулоном пристегиваюсь. Но не везет. Тут, говорят, на землю какой-то метеорит летит, похлеще тунгусского. Я даже прятаться не буду. От судьбы не уйдешь. Не везет. В кое-веки собрались с женой отдохнуть, поехали по путевке в Испанию. Она мне по этому случаю футболку новую прикупила. Красную. С цветом угадала. У них как раз праздник был. Быков на улицу выпускают. А в красном только я. Быки смотрят. Подарок судьбы. Никогда еще мы так быстро достопримечательности не осматривали. Это у нас наследственное. Сестре всю жизнь в любви не везет. Помните, в песне поется? Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот моя всю жизнь 10-я. Ночью с работы шла. Вдруг из темноты на нее мужик. У моей дурехи сразу мысль мелькнула. Маньяк. Повезло-то как. Сразу вспомнила, чему нас учат. Если на вас внезапно напал маньяк, постарайтесь расслабиться, чтобы усыпить его бдительность. Но это и спрашивает. Мне колготки снять? Мужик обалдел. Говорит, да я вообще хотел время спросить. А вы что, без колготок стрелки не видите? Не везет. В командировку послали в другой город. Там по окончании всего решили праздник устроить. Всех в сауну позвали. Девочек пригласили. Ну не было ничего, клянусь, ну ничего не было. А там так красиво внутри. Решили пофотографироваться на память. Я говорю, только мне с девками не щелкайте. Жена увидит, убьет. Хорошо. Приезжаю домой, протягиваю конверт с фотографиями. Первая фраза. Ты был с бабой. Все перебрали. Ну нет ничего. Конверт переверни. Конверт переворачиваю. Там какая-то сволочь написала. Сюда фото с девками не класть. Не везет. Летом дачу снимали на двоих. Соседи решили кроликов разводить. За бешеные деньги был приобретен кроль. Красавец. Блондин. Пробег 100 тысяч крольчих. Гигант. Пару раз даже на хозяйку заглядывался. А у нас собачка была Дина. Хорошая собачка. Как-то вечером приносит в зубах что-то непонятное, грязное. Я смотрю. Кролик. Уже не совсем белый. А главное, не совсем живой. Это ж какие деньги отдавать? Ну что, жена его срочно под душ вымыла. Как стемнело, я обратно в клетку поставил. Мало ли от чего мужик помер. Ночью кошмары снились. Будто дачу окружают крольчихи. Песни поют. Опустела без тебя земля. Утром просыпаемся от дикого вопля. Началось. Прибегает сосед, орёт. Представляете, кролик-то наш помер. Да вы что? Да как же? Ему же еще жить да жить. Да и моему худо, моему. Прибегаем, сидит соседушка в полыни, в меняйке. Говорит, кролик. Он же болел. Долго болел. А вчера утром помер. Так я ж его закопал. Утром захожу. Как откопался. Что характерно, помыться же успел. Ну не везет. Тут жена насмотрелась мировой эротики. Решила разнообразить семейную жизнь. Хоть бы предупредила. Ночью с работы прихожу. Она на пороге раздела. И стала сверху вниз обдавать взбитыми сливками. Щекотно, но молчу. Жду прихода эйфории. И думаю, с моим-то везением. Сейчас дойдет до центра композиции. И сливки кончатся. Нет, как ни странно, хватило. Только пятки припорошила. Звонок в дверь. А у меня рефлекс. Звонят, открой. Соседка Нина Ивановна. Ой, она и до этого-то не все буквы выговаривала. Она говорит... У сына день рождения. Я говорю, так мне зайти? Я тортик испекла.
Говорю, если надо украсить, несите, я присяду. Больше мы ее не видели, дверь закрыли. Жена опять сверху вниз сливка. И стала сверху вниз Аки Шерон Стоун слизывать. Дошла до центра композиции, посмотрела виновато и говорит, слушай, я объелась. А что смешного, я не пойму. Не везет. Так что, ребята, если у вас черная полоса в жизни будет, вы про меня вспомните. Вам сразу легче станет. Стыдно сказать, мне даже в туалетной бумаге с запахом персика косточки попадаются. Что мне больше всего нравится в женской логике, так это полное отсутствие логики. Девушка передает сообщение на пейджер. Никита, срочно позвони. Если не можешь, ничего страшного. Вечер, семья. Женская логика невинно говорит мужской. Так, я к соседке, буквально на минутку. А ты помешивай кашу каждые полчаса. Загадка. Каждая женщина загадка. Каждая женщина это X. Можно, конечно, нарваться и на Y, но редко. Я обожаю наблюдать, как женская логика делает покупки. А потом жалуются подруги. Ты представляешь, брюки, которые мне нравятся, я в них не влезаю. А в которые влезаю, мне не нравятся. Короче, купила сумочку. Я наблюдал однажды потрясающую сцену. Семья выходит из магазина, и жена говорит мужу, вот попытайтесь понять направление мысли. Значит, возьми на руки ребенка, а я возьму вазу. У тебя вечно все из рук падает. По-моему, направление мысли женщины – это направление геологов, заблудившихся в глухой сибирской тайге. Алло, здравствуйте, позовите, пожалуйста, Иру. А здесь таких нету. Простите, а какой у вас телефон? Panasonic. Пытаться разыгрывать женскую логику бесполезно. Мужчина в любом случае останется в дураках. Мой знакомый Лёшка решил как-то подшутить над мамой. Пришел вечером с работы, раньше обычного. Подходит к подъезду, набирает по домофону код, меняет голос, спрашивает. Секс по домофону заказывали? Мать. Ой, а Лёша еще с работы не пришел. Что мне безумно нравится в женской логике. Она всегда делает выбор в пользу красоты. На рынке женщина выбирает кабель. И нужен непременно кабель белого цвета. Продавец, сидя на глазах, шипит. Женщина, ну нет белого. Есть серый, черный, синий, белого нет. Женская логика вздыхает, говорит, ладно, давайте серый. Все равно в землю закапывать. Но вернемся к мирным семейным диалогам. Он приходит вечером с работы, она нежно спрашивает. Котлеты пожарить? Ну, пожарь. Мяса нет. Ну, не жарь. Значит, тебе не нравится, как я готовлю? Или чаю налить? Ну, налей. Что сам не можешь? И в финале. Сына, принеси мне 5 тарелок. Зачем, мам, с папой поговорить? Вот мужская логика, она прямолинейная. Это как стрела между «да» и «нет». У женской всегда есть варианты. Спросите любого мужчину, вы сегодня вечером заняты? Да. Теперь спросите женщину. Как минимум она скажет «да». А что? Там всегда есть варианты. Он бежит, размахивая телеграммы, кричит «Оля, Оля, к нам приезжает мама!» Она уточняет «Твоя мама или наша?» Всегда есть варианты. Мой знакомый автолюбитель попал вечером в аварию. Дома с женой делится впечатлениями. Ты представляешь, стою ночью на перекрестке, никого не трогаю. И вдруг чувствую, кто-то взад, как впендюрит. Женская логика уточняет. А ты пешком был или на машине? И все-таки она очень мудрая, женская логика. И не лишена чувства юмора. Он забросил все дела. По телевизору начался бокс. Он ждал матч неделю. Но через минуту нокаут, все кончено. Он расстроенно кричит, ну надо тебя, неделю ждал, а тут раз и все. Женская логика ехидно спрашивает, ну теперь ты меня понимаешь? Не понимаем. И не пытаемся понять эту логику и счастливых обладательниц, которых тем не менее мы, мужчины, любили и будем любить. Потому что пока есть на свете эти прелестные нелогичные загадки,
Между нами и одиночеством еще тоже кто-то есть. А значит, можно не бояться остаться с ним с глазу на глаз. Был у меня такой номер «Женская логика». Прошло много лет. Я за эти годы столько смешного услышал от окружающих женщин. Конечно, появилось продолжение. «Женская логика 2». Но мы с ней сталкиваемся постоянно. Я был на гастролях в Крыму. Подъезжаем с коллективом к Евпатории. Небольшой магазинчик при въезде закрыт. На дверях висит объявление, написанное, наверное, от руки женщины продавцом. Надпись потрясающая. «Ушла на базу. Приду, когда вернусь». Главное, не придраться. Недавно на концерте в Тюмени поднимается на сцену женщина и говорит, как всегда, убийственную фразу. «Сергей, здравствуйте. У меня растет сын. Посоветуйте, как сделать так, чтобы он вырос таким же смешным, как вы, и таким же талантливым, как Сергей Зверев». То, что вы услышите, друзья мои, придумано не мной. Это придумала Ее Величество «Женская логика». Самый лучший в мире автор. Я это только записал. И я не устаю повторять. Что мне больше всего нравится в «Женской логике», так это полное отсутствие логики. Как замечательно сказала одна мадам: «Девочки, поверьте мне, есть мужик, есть куча проблем. Нет мужика, есть одна проблема. Нет мужика». Я готов ходить за ними и записывать каждую фразу. Как вам это? По-моему, это сказано гениально. Девчонки, если деньги мерить кучками, тогда у меня ямка. Я обожаю приметы женской логики. Выпрямила волосы — к дождю. Уложила волосы — к ветру. Вышла из дома не накрашенная, на голове черти что — значит, встретишь всех знакомых. Одна женщина в церкви молилась: «Господи, дай мне любви, чтобы понимать мужа. Дай мудрости, чтобы прощать его. Силы не прошу, а то еще зашибу ненароком». Мужская логика и женская — это две разных вселенных. Если мужчина говорит: «Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу», что, скорее всего, он скажет дальше? «Ну, наверное, слава богу, нас пронесло». Что скажет женщина? «Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу. Я не поняла, меня что, игнорируют?» А это уже суровые семейные будни. Жена говорит мужу: «Слушай, я на вечер гостей пригласила. Одного стула не хватает. Сходи к соседям, посиди у них». Вечер. На кухне он и она курят. Он говорит: «Послушай, ну, чтобы хоть как-то изменить нашу серую жизнь, ну, может, есть смысл изменить друг другу?» Жена: «Бесполезно, я уже пробовала». Женщина и мода. Две верных подруги, неразлучных всю жизнь. Наш великий кутюрье Вячеслав Зайцев такие перлы выдает своим девочкам-моделям. Я один раз присутствовал на дефиле. Одной несчастной девушке он сказал: «Деточка, если вы надели высокий каблук, идите как королева, а не как парализованный кузнечик». В его модном магазине женщина примеряет платье. Продавец устало говорит: «Женщина, ну вы что, не видите, это платье вас полнит». Женщина: «Платье? Слава богу, а я на чебуреки грешила». Французы говорят, чтобы женщина хорошо выглядела, она должна спать 8 часов в день. Наши добавили: «И столько же ночью». Одна девчонка, перечитавшись модных журналов о пользе похудения, затем в офисе выдала: «Тут написано, что для похудения нужен уголь. Так я не поняла, жрать или разгружать?» Одна нехрупкая дама, которая всю жизнь безуспешно борется с лишним весом, выдает отличный комментарий на этот счет. Коронная фраза: «Девочки, вы знаете, что такое депрессия? Это когда надеваешь обруч, а он тебе как раз». Мы знаем не понаслышке. Женская логика способна одной фразой всех ввести в ступор.
На свадьбе гости знакомятся друг с другом, подходят к одиноко стоящей девушке, спрашивают: «Скажите, а вы со стороны жениха или со стороны невесты?» Ответ: «Я подруга жениха на стороне». Но главный фейерверк происходит, когда две женские логики разговаривают друг с другом. Одна подруга звонит другой: «Ты что сейчас делаешь?» «Ничего не делаю». «Ты же вчера это делала». «Не доделала». Еще один из моих любимейших диалогов. «Две недели лупила кота за лужу в туалете. Оказалось, бачок протекал». Вторая: «И правильно лупила. За две недели мог бы и починить». Она просто гениальна в своей лаконичности, женская логика. Жена пишет мужу записку: «Ушла лечить нервы. Буду поздно и пьяная». Это как продолжение предыдущей. Это моя самая любимая фраза. «Ну подумаешь, легла не раздетая. Зато похмелье встретила нарядное». Признаемся, мужчины, мы же иногда боимся женской логики. Знаете, почему я с некоторых пор стал бояться ходить по супермаркетам? Потому что однажды услышал страшную фразу от девушки-продавца: «Аня, пробей мужику печень». Так бывает. Они поссорились. Она ушла. На следующий день пишет мужу СМС: «Пошла туда, куда ты меня послал. Веду себя так, как ты меня назвал. И думаю, чего я тебя раньше не слушала». Говорят, женская дружба – это лучшее название для фильма фантастики. Да нет, она есть. Просто нам, мужчинам, ее не понять. «Лучшая подруга» – звонит другой лучшей подруге: «Ира, ты представляешь? Мой вчера пришел под утро, пьяный, наорал на меня, наорал на детей и сказал, что пошел к проституткам. Он не у тебя?» И последняя капля. Друг говорит: «Звоню жене на мобильный. Долго не подходит». Ну, очень долго. Наконец снимаю трубку. Я спрашиваю: «Ты почему так долго не подходила?» «Мужчина, вы сейчас даже не пытаетесь предугадать направление ответа. Бесполезно. Ты почему так долго не подходила?» «Я под звонок танцевала». Милая дама, судя по вашей реакции, танцуют все. Мы с нетерпением будем ждать новых историй. Только не быстро. Мы записываем. Спасибо за внимание. Давайте представим, что сегодня на календаре 8 марта. Раннее утро. Жена возвращается домой после ночного дежурства, а муж, как это принято, решил ей сделать приятное. Итак, монолог жены. «Петя? Петя, доброе утро. Я смотрю, ты убрал в квартире. Какой ужас. Нет, мне приятно, просто у нас было 3 комнаты, где еще одна? Слышишь, кто это лает в коридоре? У нас в гостях твоя мама? Нет? А кто еще может лаять? Кот? Ты накормил его педигрипалом. И он съел? А, его никто не спрашивал. Петя, у меня такое ощущение, что враги сожгли родную кухню. Ты приготовил завтрак? Какой ужас! И что там из закусок? Салат картофельный. Из ботвы. Называется ботвинник. Петя, а что ты все время прячешь за спиной? Подарок? Какой сегодня страшный день. Ну скажи хотя бы, на какую букву? На Г. Ты только и можешь, что на Г. Поди какая-нибудь мелочь, скажем, газонокосилка. Нет? Ну все, сдаюсь. Что?
Помада? А почему на «Г»? А, это наша помада. Спасибо. Да, синий цвет мне к лицу. Я только не пойму, с чего это все вдруг. Сегодня женский день. Где, в бане? Ах, международный, представляешь, забыла. А я думаю, чего это ты так разоделся с утра пораньше? Прям как в театр. Белая рубашка, трико. Я всегда любила тебя за элегантность. Одних носков у тебя только полтора. Помнишь, когда мы с тобой только познакомились, ты был в бабочке под фуфайкой. Мы познакомились в вашем сельском клубе, когда ты пригласил меня на медленный акробатический рок-н-ролл. 5 раз ты подбрасывал меня под самый потолок и 1 раз даже поймал. А потом ты угощал нас шампанским, которое сам гнал. Там было 80 градусов. А потом мы поехали кататься. У тебя уже была машина? Ну, ты трактор. Все девчонки просили тебя, прокати нас, Петруша, на тракторе. Но ты, к несчастью, катал только меня. Мы играли в догонялки на выживание. Я носилась по полю, а ты гонялся за мной на тракторе. С тех пор я немного заикаюсь. Потом у тебя заглох мотор, мы валялись на сеновале, после чего ты, как честный человек, сделал мне предложение дотолкать трактор до гаража. Мы дотолкали к утру. Мы бы раньше дотолкали, если бы ты не сидел в кабине. А потом, уже провожая, ты спросил: «Слышь, а тебя как звать-то?» Я хотела сказать «Яна», но поскольку заикалась, выговорила только «Я-я». Ты спросил: «Немка, что ли?» И добавил: «Слышь, я-я, выходи за меня замуж, а не то руку заломаю». Господи, как будто было все вчера. Кстати, Петя, вчера я просила тебя купить 0,5 литра масла. Ты купил? 0,5 литра купил, на масло денег не хватило. Слушай, а эти розы, это для меня? Знаешь, мне, конечно, дарили раньше розы, но чтобы 2. А я поставлю их в разные вазочки. И пусть стоят до следующего 8 марта. Юбилей женщины, застолье. Встают мужчины, произносят тосты. И, естественно, как-то пытаются обойти стороной тему возраста. Так вот, по-моему, напоминая женщине о ее возрасте, мужчина может быть либо умным, либо честным. Итак, 50-летие, застолье, тост мужчины умного. Дорогие друзья, дорогая Марья Петровна, да, у женщины не принято спрашивать о возрасте. У этой женщины никто и не спрашивает. Все и так знают. Хотя, честно говоря, называть Марию Петровну женщиной, у меня язык не поворачивается. Маришка, девочка моя, и так тебе уже... В общем, я не буду называть эту пугающую цифру 50. Да и такая она пугающая. Мы смотрим на тебя, смотрим на твоих внуков и не видим разницы. Что пожелать тебе в твои 50? Любви? Рано. Красоты? Заметь, не я это сказал. Да и можно ли этому ангелу дать 50? Вы посмотрите. Этим губкам 23. Этим щечкам 22. Этому подбородку 15. И столько же второму. Так выпьем же за то, что получилось в сумме. Паша, здоровья. Ну, а теперь... Тост мужчины честный. Дорогие товарищи, дорогая Петровна,
Да, у дамы не принято спрашивать о возрасте. У Петровны уже давно не спрашивают. Не у всех нервы крепкие. Обратите внимание, в праздничном торте нет свечек. Это и понятно. Я извиняюсь, куда воткнуть столько свечек? Сегодня наша Петровна вступила во вторую половину столетия. Полвека у нее повисли сзади. Что же пожелать этой женщине? Хотя какой уже к черту женщине? Петровна, голубка дряхлая моя. Тут уже кое-кто справедливо назвал тебя почти ангелом. Что пожелать тебе? Любви? Но если только к родине. Красоты. Красота твоя всегда была довольна своеобразная. Сегодня молодцом. Выглядишь на все 100. Петровна давно живет на свете. Про нее еще Пушкин писал. Помните? Люблю тебя, Петра творение. Говорят, к женщине мудрость приходит вместе с возрастом. К Петровне возраст пришел один. Дети превращаются в молодежь, молодые становятся взрослыми, за взрослыми идут старики, а за стариками наша Петровна. Петровна прошла славный путь. Мы запомним ее как честную труженицу, в основном верную жену. Петровна рано познала радость матершинства. Я забыл, ты замуж до войны выходила? После? Наверное, после русско-японской. Что ж дразнили тебя в шутку? Япона мать. Позволь же, Петровна, пожелать тебе здоровья. Хотя какое уже к черту здоровье? Дышишь, и на том спасибо. Подними бокал и давай выпьем. Кто знает. Может, в последний раз. Начнем очередное собрание. Не успею повторять, что такого веселого класса у меня еще не было. Особенно, конечно, выделяется эта маленькая щупленькая девочка. Не буду называть ее фамилию. Здесь мама Лена Воробей. Дочирикался ваш воробушек. На днях у директрисы был юбилей. 60 лет. У Лены есть голос, мы это ценим. Она выходит на концерты детской самодеятельности и объявляет микрофон. А сейчас, в честь юбилярши, я исполню песню Игоря Николаева «Старая мельница». Совершенно напрасно смеется мама Игоря Маменко. Некоторые фразы Игоря у нас стали крылатыми. Так, на уроке зоологии он стоял у плаката, где изображены две обезьяны, и стал рассказывать. Вот слева маленький, говорит Игорь, это гиббон. Ученица спрашивает, а рядом кто? Маменко отвечает, а рядом гиббона мать. Кстати, зоология является любимым коньком и у Юры Гальцева тоже. Вся школа сбегалась послушать его реферат под названием, я прошу прощения, «Как размножаются скунсы». При этом мальчик не просто читал. Он показывал слайды. У Юры очень богатая мимика, он этим пользуется. Когда на уроке истории во время ответа мальчик внезапно почесал ухо языком, истеричка так смеялась, что в дневнике вместо удовлетворительно написала «Обалдеть».
Настя Винокур. К девочке претензий нет. Кстати, здесь папа Кори Лукинского. Здравствуйте. Извините, я вас не заметила на фоне черной стенки. Я понимаю, неграм везде нелегко. Но Коля вполне освоился. Чувствует себя как в Зимбабве. Шутит мальчик, шутит. Бывало, сядет туда, где вы сейчас сидите. Сольется со стеночкой. Я спрашиваю, а где Коля? А Коля в ответ, где-где? И дальше шутит. Но если Лукинский большую часть времени, слава богу, молчит, у Грушевского рот просто не закрывается. По-моему, Грушевский замолкает только тогда, когда курит. Недавно в туалете директриса застукала его с бутылкой в руках. В другой руке были сигареты, дорогие. На наглый вопрос директрисы, ты из какого класса? Грушевский не менее нагло ответил, буржуазия. Я не могу не вспомнить сегодня и нашего Эзопа, Сашу Озерова. Вся школа просто зачитывается сочинениями мальчика. Недавно учительница дала детям своеобразное задание. Им не нравился финал Тургеневской «Муму». Жаль была собачку, которая тонет. И она попросила ребят придумать свое продолжение истории светлое. Озеров придумал. Пишет. В тот вечер Герасим и Мума не пошли к реке. Они еще лет 20 прожили душа в душу с Мумой. После чего Мума сдохла. Более счастливого финала я давно не видел. Но если Озеров – это у нас цветочки, Рожкова – ягодка. Я думаю, маме будет очень интересно узнать, что девочка пишет стихи, причем какие. Вот последний шедевр. Гёте рядом не валялся. Бессонница, ночь. Тишина во дворе. Внизу на земле силуэт мой в окне. Сижу, как обычно, с бутылкой в руке. Не спится, не спится, не спится бы мне. В общем, вот вкратце то, о чем я хотела поведать вам, дорогие родители. И надеюсь, вы примете нужные меры, потому что в противном случае... Что все из этого вырастет, я не знаю. Я чувствую, что в зале сегодня тоже атмосфера праздника, праздника юмора. Многие женщины оделись поэтому тоже празднично. Я знаю, чего это стоило вынести их мужьям, ибо нет большей радости для супруга, чем стоять в коридоре и наблюдать, когда же, наконец, любимая будет вот-вот готова. Я написал по этому поводу номер. Это такая мужская боль под названием «Ну сколько можно?». Нина, полдень. Сколько можно собираться? Сколько можно... Боже, Нина. Ты эту цепочку больше не надевай. Не надо, Нин. Повесь ее обратно на смывной бачок. И потом, куда ты дела волосы? Ты только что была в них. Нина, это не плойка, это мой паяльник. 3 часа. Знаешь, почему тебя в детстве так и не приняли в пионеры? Потому что на клич пионера «Будь готов» ты всегда орала «Скоро буду». Сколько можно пудриться? Нина, таким количеством пудры можно уделать всех японских гейш вместе взятых. Ты что, занималась штангой? Я не понимаю, зачем ты вот в этих местах пудришься, Нина? Зачем? У тебя высшее техническое образование. Ты работаешь по специальности, техничкой. Так пудрись техничнее, боже мой. 5:30. У какого племени ты научилась этой боевой раскраске? Такое ощущение, что твой прадедушка был Чингачгуком. Сколько можно подводить глаза? Нина, подведи их раз и навсегда. Все равно каждое утро ты ищешь, где они. Сколько можно клеить ресницы? Нина, ресницы такой длины не бывают. Это не ресницы, это глазные опахала.
А я еще думаю, откуда сквозняк? Нина, 6 часов. Ой. Боже, как ты это терпишь? Пинцетом, брови и без наркоза. Что ты мучаешься? Возьми мою бритву. Что сейчас, брови уже не носят? Или тебе кто-то сказал, что без бровей ты более сексуальная? Что-что? Зачем тебе быть сексуальной, когда рядом такое бревно? Хорошо, я бревно. А ты хоть раз спортивную гимнастику видела? Ты видела, что там девки на бревне вытворяют? Нина, 8 часов. Сколько можно полоть брови? У тебя там давно ничего не растет, успокойся. Ты слюнявишь карандаш, ты хочешь рисовать новые брови. Ты хоть помнишь, где были старые? Я понимаю, красота требует жертв. Так кто красота, Нина? Причем здесь ты? 10 часов. Боже, что это за шнурок на тебе? Ну, вон там, на третьей талии. Это мини-юбка? Нина, я прошу, надень Макси. Хоть бедра прикроешь. А еще лучше надень вечернее платье, которое я тебе подарил. Да, то обтягивающее, с Микки Маусом. Ты в него уже не влазишь? Да, представляю себе рожу Микки Мауса. Нина, полночь. Ты готова? Так быстро? Все. Поехали картошку копать. Здравствуйте. В эфире «Оригинальные новости». Соединенные Штаты вновь обратились к России с просьбой выдать Эдварда Сноудена. За время, проведенное на территории Российской Федерации, Эдвард заметно поправился. Познакомившись ближе с жизнью россиян, Эдвард Сноуден сделал сенсационное заявление телеканалу CNN. Я настоятельно советую абсолютно всем ни в коем случае не начинать никакие агрессивные действия в отношении славян. Потому что народ, который водку запивает пивом, а макарони закусывает хлебом, победить невозможно. Япония вновь выразила свое намерение вернуть часть Курильских островов. По этому случаю на митинг вышли жители острова Кунашир. Все трое. В единодушном порыве они высказались по этому вопросу. Вот уже полгода в России действует закон о запрете курения в общественных местах. Реакция населения на это решение была неоднозначной. Сегодня Государственная Дума рассмотрит проект постановления о полном запрете продажи табачной продукции. Вот как прокомментировали это рядовые россияне. Яй! В Париже закончился чемпионат мира по водным видам спорта. 8 золотых медалей в копилку нашей сборной принесла Регина Дубовицкая, мировая рекордсменка по гребле на боку. Вы видите финал золотого заплыва Регины, после которого она обратилась ко всему тренерскому составу со словами благодарности. Блин, я же плавать не умею! Убийцы! Завершился ежегодный конкурс красоты «Мисс Кривой Рог». В этом году жюри было как никогда сложно сделать свой выбор, поскольку состав участниц был очень сильным. Ну и, наконец, вот она, счастливая победительница, мисс Кривой Рог. Вы видите, что девушке с трудом удается скрыть свое волнение. Новости культуры. В Тынде открылась школа стриптиза. Опытные педагоги обучают всех желающих, как правильно обращаться с шестом. Базовый предмет так и называется – искусство трения.
Особое внимание уделяется показу популярных сцен из знаменитой «Камасутры». Однако тындинские умельцы пошли еще дальше и внесли свою лепту в историю древнего трактата о любви. На ваших экранах одно из новых любовных ноу-хау. Калужская птицефабрика значительно увеличила производство яиц. Уникальность новой технологии заключается в том, что теперь для производства яиц куры вообще не требуются. На ваших экранах несушка передает. Популярная телеведущая Регина Дубовицкая отправилась в гастрольный тур по Австралии, где представит свое феерическое шоу «Дорогие мои». В аэропорту Мельбурна ее встречала многотысячная армия поклонников. Регина Игоревна всегда знала, что у нее есть свой зритель. Наконец-то она увидела, кто это. Удивительный инцидент произошел с Региной в зоопарке города Мельбурна. На телеведущую напал гигантский кенгуру. Очевидно, разгоряченный самец принял Регину за самку. Волею случая, гастрольный тур Регины Дубовицкой совпал по времени с периодом брачных игр у кенгуру. По счастью, наша звезда не пострадала. С кенгуру работают психологи. Это все новости на сегодня. Увидимся. Мужчина под шофе. И вот он уже на пороге тихо мурлыкает: «Здравствуй, мама, возвратился я не весь», натыкаясь на нежный, влюбленный взгляд супруги. «Добрый вечер, дорогая. Вот и я, цветов не надо». «Да, явился». «Нет, ты знаешь, не запылился». «Су, нажрался». «Я нажрался? Нет, я как раз голоден». «Не, ну это странно, что значит не бе, не мэ?» «Что я не бе, не мэ?» «Пожалуйста». «Бэ!» «Кто лыка не вяжет?» «Я лыка не вяжу. Но начнем с того, что я вообще не вяжу. Тем более это твою лыку. Дай выкройку свяжу. От кого разить за километр? От меня за километр? Это ты так далеко!» «Кто кривой?» «Я кривой? А так?» «Ну что пил, пил? Ну вообще пил в жизни. Понимаешь, человек не может без жидкости. Ну так устроено. Что, сколько градусов? Ну не знаю, минус 20 сегодня. Холодно. Хорошая собака хозяина не выгонит. А сколько градусов в том, что я пил? Не, ну ты странно, откуда я знаю? Вот ты когда пьешь чай, ты что туда, градусник опускаешь? Ты меня в последний раз спрашиваешь, что пил? В последний раз? В последний? Это ты себя так плохо чувствуешь? Ну ладно, ладно. Тихо посидели, тихо поорали. Что повод? День рождения, праздник детства, и никуда от него не деться. У Сёмы, что вчера то же самое. Не, ну это странно, да, день рождения, да, два дня, потому что у Сёмы были затяжные роды. Ну вот опять, что пил, что пил. Ну пристало, как банный таз. Да какой зеленый змей? Ты про что, про спрайт? Не дай себе просохнуть. Какая водка? Ты что, я буду водку пить? Да я что, дитё мало? Я вообще не пойму, откуда такие вопросы? Дурацкие. Я ничего не пойму. Ты что, пьяная? Ну, подумай, ну что ты несешь? Пришел на бровях. Ты можешь рассуждать трезво, как я? Ты вообще трезвая бываешь? Пришел на бровях,
Ну как бы я на них пришел, как? Где брови, где земля? Не, ну ты странно. Кто шары залил? Я шары залил. А ты что, шары купила? Ну извини, все иду подтирать. Только не ругайся. Все иду подтирать. Я думаю, что для многих мужчин, сидящих в зале, армия – это не пустой звук. Многие служили, и я не исключение. Служба проходила в небольшом городке неподалеку от китайской границы. Он называется Бикин. Потом знакомые спрашивали: «Так ты где служил?» Я говорю: «В Бикине». Они меня спрашивают: «В чем?» И как только я попал в эту часть, я сразу столкнулся лицом к лицу с армейским юмором. Ну, я раньше думал, что все эти анекдоты армейские – это все выдумка. Нет. В них очень много правды. Например, мой любимый армейский анекдот, он просто написан с меня. Молодой, неопытный Дневальный стоит на посту. Вдруг в казарму входит генерал. Дневальный сразу вытянулся в струнку и говорит: «Здравия желаю, товарищ майор!» «Как ты сказал?» «Ты посмотри внимательно, какой у тебя майор?» «Виноват, товарищ полковник!» «А ты раскрой глаза, ты на погоны посмотри! Ты что, веточки не видишь?» «Слышь, лесник, иди отсюда, а!» Я уверен, таких историй у каждого предостаточно. Я думаю, вот о чем, друзья мои. Что самое главное, самое ценное для солдата в армии? Ну, наверное, письма. Письма из дома, от родных, близких. А главное, письма от нее. Любимый, единственный. Постоянно терзается сомнениями, ждет, не ждет. Любит, не любит. Эта история так и называется. «Письмо солдату». Дорогой мой, единственный мой Витёк. А, Витёк зачеркнуто. Славик. Вот ты в армии. Спасибо тебе за первую фотку из части, где вы стоите на плацу, человек 200. Мы 2 недели с лупой пытались найти тебя. Пока искали, мне понравился 83-й и 109-й. Вспоминаю, как мы с тобой на прощание сидели в кино на последнем ряду. Ты весь сеанс целовал меня в губы и щечки. А когда зажгли свет, выяснилось, что я сижу с другого края. И тот парень тоже так смутился. «Славка, тебе, наверное, деньги нужны?» «Я бы послала письмом, но, говорят, вытаскивают. Давай так. Вышли мне сам 200 рублей. Если дойдут, я тебе обязательно хотя бы стольник пришлю. Помогу тебе хоть чем-то». Мама тебя постоянно вспоминает. Особенно после моего дня рождения, когда ты открывал шампанское, потряс бутылку и, шутя, направил на маму. Мама только успела открыть рот. А зря. Славочка, ты не думай, она на тебя не обижается. Если тебе при встрече покажется, что она на тебя косо смотрит, она теперь на всех так смотрит. Привет тебе также от нашей кошки Муськи. Помнишь, как ты пришел к нам со своим бультерьером? Ты помнишь, как у Муськи разгорелись глаза? Особенно, когда ты их запер вдвоем в ванной. Уж не знаю, что-то между ними происходило. Спроси у ребят: щенки никому не нужны? Славик, папа просил передать, что он тоже тебя никогда не забудет. Помнишь, как вы с ним на даче парились в баньке? Батя прямо из парной прыгнул в снег. А ты тихонько запер дверь изнутри. От бати такой пар шел. Мать из дома бросилась на помощь, а у нас же стоит столб во дворе. А матери после шампанского кажется, что 2. Она с разбегу прямо между ними. Батя только успел крикнуть: «Гол!» А по дороге за забором 2 бабки шли. А батя забыл, в чем он был. И к ним прыгнул. Варежки просил. Хотя бы 1. Бабки, слава богу, ничего.
недавно опять говорить научились. Славка, без тебя очень скучно. Похохметь не с кем. Помнишь, как я тебя разыграл на твой профессиональный праздник? На день дурака. Позвонила и говорю по телефону. Алло, это Слава? Ты да. Слава, я беременна. А ты с перепугу. Неправильно набран номер. Возвращайся поскорее, любимый. Ты у меня самый лучший. Я уже не раз в этом убедилась. Пока тебя не было. Целую. Мужчины, которому надоели грусть, хандра, одиночество, спокойный сон, вкусная еда, чистое белье. По гороскопу я свинья. По жизни тоже. Я мечтаю работать фотомоделью. Ищу спонсора. Мои габариты. 90-60-90. Это лицо. Бедра. 98. Талия. 98. Вес. 98. Возраст. Какая разница? Я вся огненно-рыжая. Наверное, поэтому друзья называют меня Белоснежкой. Ищу того, кто станет добрым и надежным другом мне и моим семи гномам. Молодой человек познакомится с девушкой для интимных отношений и более... Место для встреч при себе. Мы две прикольные подружки-приколистки. Хотим поприкалываться с двумя прикольными парнями-приколистами. Наш прикол. Прикалывать прикольные приколы. Вау! Ищу молодого человека. С которым как-то случайно столкнулись на танцах. Вы мне больно наступили на ногу. Я сказала, ну осторожней надо, слон-то ёжный. Отзовись, любимый. Ищу мужчину порядочного. Или для создания семьи. И последний шедевр. Познакомимся с двумя симпатичными ласточками. Подпись. Два симпатичных ласта. Алло, Алусик. Молчи, молчи. Это Ева. Я знаю, ты не можешь говорить, у тебя дома твоя старая обезьяна. Месяц назад ты мне хвасталась, что наставила своей макаке рога. И вот недавно из окна своего 600-го автобуса... Я видел тебя в обнимку с каким-то Колобком. Интересно, как вы встречаетесь? Так и вижу эту картинку. Колобок катится к тебе, пока старая макака на плантациях. Условный стук в дверь. Чем уж он там стучит, я не знаю. Поздравляю, дорогая. Молчи и слушай дальше. На днях я была в шопе. Встретила там Маньку Горбатых. Но она до замужества была Клавка прямых. Да. Учит французский. Говорит, весь день учила слово «мерси». До обеда произношение, после обеда перевод. Да, сильно похудела. Была-то 40 килограмм, а сейчас сбросила 50. Но это все ладно. Представляешь, она тоже наставила рога своему гиббону. Ой, а он у нее такой ревнивый. Она ему говорит, «Гога». Гога, ты знаешь, как будет по-французски фраза «Гога у меня один»? Знаешь? Ван Гог. Короче говоря, Лусик, я решила не отставать от времени. И потом, ты знаешь, это мужчины изменяют, а женщины... Женщины мстят. Ой, Лусик, вчера я, кажется, отомстила за семерых. Молчи и слушай дальше.
Он пришел с бутылкой шампанского «Абрам Дюрсо». На Дюрсо мне плевать, главное — Абрам. А Лусик – интеллигент. Первый вопрос, который он мне задал для поддержания разговора: «Вы Моцарта читали?» А Лусик божится, что знает Сократа. Божится, что лично. Правда, он посмел назвать меня дамой бальзаковского возраста. А Лусик я наводила справки. Бальзаку в этом году исполняется 202 года. Я понимаю, что я уже не та, но не до такой же степени. Но если б ты его только видела, а Лусик... Я понимаю, красота для мужчины не главное. Главного у них уже давно нет. Остались только старые песни, а главное... Он бывший военный, сейчас на гражданке. Меня всегда забавляло это выражение «на гражданке». Я даже пошутила. Ну и как гражданка? Ну, с юмором там, в общем, как у Шуры с зубами. А Лусик, он пришел ко мне с подарком. Говорит: «Это картина Пикассо, что ли?» Я думала, копия, но он говорит: «Подлянник». Ты знаешь, про проститутку картина. Называется «Девочка на шару». Вот скажи мне, твоя старая макака тебе давно делала подарки, Алусик? Ну давай, не молчи уже, Алусик, не молчи. Алусик! Это не Алусик. Это ее старая макака. Караул. Нет, это не Ева. Это не Ева, нет. Мужчина, мы говорили всего 40 минут. Неужели непонятно, что я ошиблась номером? Похоже, сегодня вечером у Алусика коктейль. Кровавая Мэри. Ночной покой по дорогам. Ездил рокер молодой черной краской. Разукрашен гермошлем этот парень. Был знаком везде и всем на мотоцикле. Он к подъезду подъезжал и у клёна свою любимую встречал.